Погода сегодня была явно неблагоприятная. Ночью было около 0 градусов. Днем столбик термометра поднялся до плюс 7. Ситуацию осложнял снег и сильный западный ветер порывами от 18 до 23 метров в секунду. В результате возникли проблемы с переправой через реку Вычегда. Так, катер с баржой не смог отчалить с острова Профсоюзов. В итоге ожидающим на правом берегу машинам пришлось ехать на переправу в Солевочегодск, что спровоцировало, в свою очередь, транспортный коллапс на обоих берегах реки. Любопытно, что никаких предупреждений о шторме от областной службы МЧС не поступало. Обычно подобные предупреждения они рассылают по СМС и вывешивают на информационных сайтах.